кровотечение. Вот прямо вот сейчас видите и начинаете работать. А сильное кровотечение, оно увеличится пятно, вы видите, как кровь оттуда выходит. Анатомически на это место нельзя наложить. Это выше, чем есть вот мозг. Кровотечение идет, сейчас продолжается. Что вы именно искали? Глубину раны. Вы просто померили пальцем глубину раны. Просто сейчас вот простые слова. Вы сейчас пальцем померили глубину раны. Ну, ход раны. Направление раны. Понятно. Thank you.